Всем привет, дорогие друзья! С вами Дэнс из Дэнди Тим. Сегодня мы с Никитосом, с Антохой, с Глебычем. Что за парень, а? В общем, и мы на гонке. Секунды. Будильник. И мы на гонке в городе Арзамас. Ух, в прошлом году я так хотел заснять здесь ролик, но, к сожалению, не получилось, потому что пошел нереально сильный ливень. И шел он во время всей гонки, даже сделали по одному заезду. Вот сейчас видосик приложу, вот посмотрите. Гонка бомба! Такая вот погода. Юра не поехал даже. Я поехал первый заезд, и все. Идет дождище, лютый. Просто очень лютый. Вот. Это жесть, ребята. Это да. Ну что, а сегодня, благо, отличная погода. Будет пыль, как мы любим. И мы пошли гулять по трассе. Старт идет в гору, поднимаешься, уходишь направо и погнал. Народ там уже собирается, идет движ. Глебыч, расскажи свои впечатления о трассе. Ну, трасса вроде прикольная. Был тут позапрошлом году. Ничего не помню. Ну, в принципе, все, что и мы и хотели знать. Вот так мы сегодня расположились. Приехали на Красном Драконе. Рядом с нами Гриша с Ильей. Как он там? GT Dance? А? GT Dance. И у вас тоже. Это такая весна, как всегда, молодцы. Очень много народу привозят. Прям вот клуб занимается детьми, и это главное. Дело близится к первым заездам. Народу все больше. Мы пока ничего не переодевались. Ходим, гуляем. Вот. У нас в заезде поедет мотоцикл Кови. Круто, Кови 250. Первый раз вживую увидел этот мод. Детки все такие модные, на них смотришь на каждой гонке, аж глаза радуются. Началась тренировка у малышей. Приветствовать на Арзамасской земле, поблагодарить то, что вы в такое сложное время находите в первую очередь средства, возможности, чтобы участвовать в данных соревнованиях. We'll be right back.
В общем, только вернулся с заезда, стабильно приехал опять вторым. Причем мы ехали класс любители и Китай. И мы с Андреем Птахиным, Андрей Птахин стал в абсолютном классе первый, а я в абсолютном классе второй, потому что он 1-1, я, грубо говоря, 2-2. Каюшка отработала, трамплины охренеть какие крутые. Я нереально доволен. Огромное спасибо вон Юре, что нас привез. Он там сидит, готовится к заезду. Не будем сейчас его отвлекать. А мы с Антохой. Антохе спасибо. Он прямо вот сейчас снимал меня, я видел его. Вообще. Ну ничего, скоро вы должны о нем кое-что узнать. Пока я ничего не буду говорить такого. Да. Вот. А пока напишите в комменты, что вы думаете по поводу вот этого вот скромного, но при этом очень интересного парня. Позади меня сейчас класс ветераны. Заключительный заезд. Бежим смотреть поворот. Трасса в Арзамасе. Мне нравится трасса. Много перешков. А так норм вообще. О, с Ковровского района. Еще один красивый кубок с мотоциклом. Что за красавчик стоит с кубком, а? С мотоциклическим. Спасибо за гонку, друг мой. Хорошо поездили, хорошо попрыгали. Два раза чуть не причепурили, что он, что я нормально. Ну а этот вообще непобедимый. Непобедимый. Пару слов. Туда-сюда. У него круче кубок, у него длинный. Ну что, вот мы отгоняли. Второе место.
хорошо поездил. Первый заезд нормально отъездил, ну так, с ошибочками. Второй уже лучше. Ну, в принципе, все в моем стиле. Здрасте, спасибо, что все было все хорошо, без травм. А мы поехали домой.